Всем добрый день, дорогие друзья! Вы смотрите канал «Мы живем в Латвии». Сегодня у нас понедельник, 6 ноября 2023 года. Новости у нас такие будут, друзья. Я бы сказал бы, новость, достижение. Давайте послушаем и разберемся. Что же это за достижение такое? На этой неделе Латвия станет 35-й страной мира. Мира, друзья, всего. Вот какое достижение. Вот почему я в самом начале сразу обратил внимание, как меня, так и вас. Да, обратил внимание на всех. Всем. На всех. Узаконивший однополые союзы. Господи, друзья, ну вот, давайте разбираемся. Вот достижение, 35-й страной. Можно ли было представить, чтобы документ с непримечательным заглавием «Поправки к закону о нотариате» вызвал столь бурные дискуссии в парламенте? Вопрос. Однако именно под такой ширмой правящие решили протащить через законодательный орган изменения юридической базы супружества в Латвии. Давайте за это выпьем, друзья. В кавычках, конечно, друзья, вы там не подумайте что-то такого там левого. Продолжаем дальше. Променяем, я хотел сказать. Да, не променяем мы нормальные союзы мужчины и женщины. Это я от себя добавляю. Также изменят закон о государственных пенсиях. Закон о государственном социальном обеспечении. Всего 8 законов. Вот видите? Вот так вот. Хопа! И протащили. Далее. Шурум-бурум вместе туда. Тудой. Партнерство, по сути, не новый институт права. Глава юридической комиссии Андрей Юдин от «Нового единства» выступал первым. Так, что же он нам там загнул? Рассмотрел в своей речи ряд аспектов партнерства, в том числе возможное его сочетание с ныне существующим институтом брака. Законопроект предусматривает случаи, когда партнерские отношения заканчиваются в связи со смертью. По воле самого лица, по приговору суда или в случае, если человек вступает в брак. То есть мы говорим о том, что возможна ситуация, когда вначале люди решили зарегистрировать партнерство, спустя какое-то время решили точно так же идти в церковь. Это возможно. Но не будет такого, чтобы одновременно был и брак, и партнерство. Давайте слушаем дальше. Юдин также посетовал, что при рассмотрении пакета законопроектов, в принципе, в комиссии была тогда лучшая атмосфера, чем сейчас, ибо там люди вежливые. Защищать новацию далее вышла сама министр юстиции Инесса Либиня Игнере через тире от «Нового единства». По ее словам, Сейм лишь должен исполнить приговор Конституционного суда, интерпретировавшего одно из дел в пользу однополого партнера. Это двусторонняя декларация, пояснила министр, суть концепции партнерства, которую утверждает присяжный нотариус в форме нотариального акта. Она регулируется исключительно в целях публичного доверия, чтобы с помощью государства в очень конкретных шагах, которые утверждены в этом пакете законопроектов, люди получили бы социальную, экономическую и правовую защиту во всех указанных государственных вопросах. Госпожа Либиня Эгнере отметила также,
что принятие нормы партнерства будет также урегулирован возможный конфликт интересов. Решение об использовании публичных финансов в пользу близкого себе человека. Далее, с заботой о людях. Отразится новое нормативное регулирование и на законе о подоходном налоге с населения. Разбираемся, я же говорю, это сейчас вот все в отдельном пакете. Вот, заголовок. Слышали? Вот далее продолжаем. Новость, сейчас вы тоже продолжаю, слушайте, пожалуйста. Мы знаем, что в повседневности мы живем в своей семье, со своими близкими людьми, заботясь друг о друге, а также совершая различные бытовые сделки, сказала министр юстиции. Они могут крупными или мелкими, но в годовом исчислении эти суммы могут быть существенными. И со всех этих сумм закон позволяет платить подоходный налог. В настоящее время лица совершают всевозможные странные сделки, повторяю, называя их договорами займа, проживая вместе просто для того, чтобы доказать, что эти сделки между ними законны, ибо закон не предусматривает заключение таких сделок. Так вот, в данный момент включенное в пакет регулирование предусматривает, что для подобных сделок предусмотрены льготы. Они не предусматривают обязанность платить подоходный налог с населения. Взаимные подарки, совместные поездки, то, как люди в быту повседневно заботятся друг о друге. Кроме того, партнерство не ограничивается однополым форматом. Я вам говорю, это все в одном пакете. Послушайте внимательно, как это все преподносится. Могут задекларировать два лица. Мужчина и женщина. Две женщины. Двое мужчин. Это можно сделать в силу разных причин. Когда мы фактически каждый день находимся в ситуации гибридной войны, очень важно, чтобы государство давало каждому ощущение безопасности. Зашла с геополитических козырей Либиня Эгнере. Поэтому пуританизму нет места. Но парламентарии, разумеется, решили сказать свое веское слово. Латвийское общество консервативно. Разбираемся. Такую цитату из социолога Арниса Кактенша привела депутат от объединенного списка Линда Матисоне. Однако парадокс реальной политики Латвии таков, что продукт, который политическая элита предлагает, не тот, чего хочет общество. Принимая институт партнерства, мы создаем еще более глубокую трещину в обществе и еще большее недоверие сейму и политикам. По мнению госпожи Матисоне, Союз зеленых и крестьян, поддерживая в вопросе партнерских отношений новое единство и прогрессивных, выступает в полном противоречии со своими предвыборными обещаниями. Введение института партнерских отношений и партнерства и вытекающие из него далеко идущие последствия нужно решать на референдуме, а не на политическом рынке. Предательство и продажа одной партии не могут влиять на столь существенный и важный для общества вопрос. Сегодня есть одна коалиция, завтра может быть другая. Что тогда сделаем? Отыграем все назад?
Этот вопрос должен стоять над интересами партии и ложью политиков. Поэтому единственный и правильный путь, как это решить, всенародное голосование. Далее. Это ящик Пандоры. Разбираемся. Как всегда, по подобным темам ярко выступил Марис Йенцитис, депутат, пастор от Латвии на первом месте. По его мнению, принятие партнерских отношений может вскоре легализовать и другие неприемлемые виды отношений, а со временем, как показывает опыт других стран, наметится тенденция к легализации и педофилии. За права трансгендеров также борются садомиты. Уверял коллег служить культуре Йенцитис и за возможность детей без разрешения менять пол. Они требуют предоставить ЛГБТ парам возможность также адаптировать детей или способствовать адаптации за рубежом, где дети могут быть переданы нетрадиционным семьям. Это дискредитирует институт брака и семейные ценности, вопреки аргументам садомитов, клеймил господин Йенцитис. Исследования, проведенные на Западе, показали, что в государствах, легализовавших партнерские отношения, наблюдается снижение количества браков. Тем не менее, в мире всего 34 государства пока что ввели данный институт. Большая часть мира не считает этот вопрос важным. Повторяю, большая часть мира не считает этот вопрос важным и считает его неприемлемым, подчеркнул парламентарий. По его мнению, в долгосрочной перспективе страны, которые присоединились к партнерскому, в кавычках, партнерскому списку, будут проигравшими. Далее. Поставим здесь точку, разбираемся. Нас заботят права человека. Такой несокрушимый аргумент привела в своей речи член президиума Сейма Антонина Нинашева от прогрессивных. В ее видении семь законопроектов, которые принимаются единым пакетом, предоставят возможность, кроме прочего, получать пенсию после ухода партнера, принимать решение по поводу лечения. Простая истина в том, что у вас, уважаемые оппозиционные депутаты, не хватает смелости разъяснить этот вопрос своим избирателям и обществу. О чем на самом деле идет речь? И у вас не хватает смелости выйти из этих заблуждений и полуправды. И недостаток этой смелости виден на каждом углу. Давайте поставим здесь точку и будем следовать закону. К сожалению, сегодня я слышу речи, призывающие продолжать ущемлять и дискриминировать жителей по разным причинам, не видя, кроме всего прочего, также их выбора партнера, в том числе и в силу их сексуальной ориентации, не признавая разные семьи и их права и продолжая считать неправильными, сокрушенно заметила Нинашева. И те, кто стремится к такому обществу, которым правит правильный человек, с одной единственной моделью семьи, на мой взгляд, ничем не отличается от таких образований, как Советский Союз или Северная Корея, или современная Россия. Законопроекты были поданы в порядке срочности. Пожалуйста, как всегда вас попрошу, послушайте последние строчки внимательно, друзья. Извините. Законопроекты вот эти вот были поданы в порядке срочности.
поправки можно было вносить только до 15 часов следующего дня. То есть минувшая пятница. Соответственно, принятие ожидается в нынешний четверг, 9 ноября сего 2023 года. Так работает коалиционная машина голосования. У нас здесь, в Латвии. Повторяю, наш канал, напоминаю, называется «Мы живем в Латвии». Большая просьба. Подпишитесь на наш канал. Просьба большая. Поставьте лайк под видео. Напишите, в частности, вот под этим видео, вот что я вам изложил, что вы думаете вот на вот про эти новости, так называемые новости, которые я вам преподнес в видео. Повторяю, на этой неделе Латвия станет 35-й страной мира, узаконившей однополые союзы. На этом я заканчиваю. Желаю всем здоровья, счастья, благополучия, мира, добра и дружбы между народами. До свидания, друзья. Всем спасибо за поддержку нашего канала. До следующих видео. Пока.